иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И хоккеист тоже нас сбежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда, его папины дочки. Мудрецом он лечит души, на все вопросы он знает ответы, всегда подскажет, как сделать лучше. А что его ждет впереди? Там все не так гладко, но все же он победит. Парень загадка, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома. Его папины дочки. Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И хоккеист тоже нас сбежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он